Ощущение свет, понеучение приятный полумрак. Так представьте себе, понедельник, утро, академия, преподаватель заходит в лифт. Ту-ту! Денис Александрович, Денис Александрович, подождите! Денис Александрович, здравствуйте! Ворончихин, вы опять опаздываете на мой семинар? Вы тоже! Так не поясничайте. Вы зайдете в лифт или нет? Я же не атеист у церкви, конечно, зайду. Вам на шестой? Да. Поехали! Ворончихин, какова причина вашего опоздания? Что на сей раз? Понимаете, я ехал на автобусе. Ничто не предвещало беды. И тут на дорогу выбежал розовый пони. И потом мы все вместе на радугу проспали. Не, ну прям как первый раз за рулем. В смысле? Ну недолго ехали. Ой, Миш, привет. Привет. А какая у тебя пара? Кто ведет? Я тебя не понимаю. Сейчас. Ой, здравствуйте, Денис Александрович. Здравствуйте. Неловко получилось. Бывает. Денис Александрович, а у меня будет пятерка за ваш экзамен? Да скорее Дарт Вейдер зайдет в этот лифт, чем вы получите 5 от меня. Вы знаете, у нас в академии не курят. Денис Александрович, можно я вам контрольную во вторник после третьей пары? Хорошо, Дарт Вейдер, хорошо. Ну и в общем, ситуация была вообще, конечно, закономерная. Спрашивает, мол, назови столицу Римской империи. Я простой директор школы, откуда мне знать такие вещи? Ну, представляешь, да? Пересдача не может быть иначе, да. Там еще ситуация была вообще, там вообще. Повышайте срочники. А вуза для вуза. Денис Александрович, 5-й этаж. Спорим, на следующем тоже остановимся. Ворончихин, знаете, ваше присутствие здесь как первая пара в понедельник. В смысле? На хуже некуда, ей-богу. Мы, походу, застряли. Походу, дело. Походу, пары не будет. Пары, говорите, не будет? Ворончихин, вы готовы ответить на мой первый вопрос? Да. Чувствую себя как на дегустации. В смысле? Давайте попробуем. Итак, вопрос. Что сказал Моисей после 40 лет блуждания по пустыне, придя в город? Как бы ответил великий деятель 20 века на этот вопрос? Мы большой ученый. 80 Семенович, что вы тут делаете? Тут в 621-й аудитории сказали, Сталина на вас нет. А вот и я. Вы большой. Итак, вы готовы ответить на вопрос? Правильный ответ, а вот и я. А вот и я. То есть вы серьезно считаете, что Моисей после 40 лет хождения по пустыне, придя в город, сказал, а вот и я? Ну не Сталин так сказал. Какой Сталин? Ну что, наркоман? Ну что, курите? В академии нельзя курить. Девушка на втором месяце беременности на свидании с новым молодым человеком. В смысле? Тоже что-то не договариваете. Ну да ладно, следующий вопрос. Не-не-не, хватит с меня вопросов, я вызываю диспетчера. Здравствуйте. Понимаете, тут такая ситуация. Я застрял с преподавателем в лифте. Он решил устроить тут семинар. Меня откровенно молит. И если вы мне не поможете... А ты будете сейчас
Да! Понимаете, тут такое дело, мы уже целый час тут сидим. Да ладно, посидите уже. Все парни говорили. Не-не-не, я не хочу сидеть, я готов заплатить любые деньги. Простите, а у вас не будет 1 рубля? Конечно, будет. Стартуре! В смысле, я не помню, что мы делаем? Я сказала, стартуре! Учение свет. А не учение, приятный полумрак.